Здравствуйте, друзья, мы с вами в Санта-Крус, где реализуется древняя римская концепция хлеба и зрелищ. Имеется в виду бесплатно покушать и развлечься. Вот у нас тут, значит, люди гуляют, поставили, значит, палаточку, тут у них музычка. Уже часа два это продолжается, все вокруг трясется. Мы пока вот в полицию позвонили, не знаю, чем кончится. То есть, как бы, это вот из этого дома они гуляют, я так понимаю. Вот тут такой есть, как сказать, vacation такая пропорть. Видите, там дверь открыта. Вот они оттуда высыпали и здесь, на улице, гуляют. У них такое коммерческого плана оборудование, такое настоящее, серьезное. Вот они играют. А мы пока в полицию звоним. То есть, бесплатно, но все равно не нужно. Так. В чем, друзья, проблема блогера? Вот так стоишь на улице, пишешь какую-нибудь музычку, ну, то есть люди играют, а потом тебе этот самый YouTube-то говорит, мол, лицензированный контент, а тут какие-то вот совершенно нелицензированные люди что-то исполняют. Давайте поближе на них глянем. Подъехали. Как у Высоцкого, помнишь? Тут они подъехали. Это, как там, песня про джина. Вот выясняют, там какой-то в зеленой тужурке дорогу перекрыл. Ему менты говорят, ты что тут перекрыл? Он говорит, да у нас тут мероприятие, говорит он. Говорит, вот они там сейчас пойдут выяснять обстоятельства. Тот читает, может быть, там какой-то номер, какое-то разрешение, я не знаю, он читает. Я не читал. Сколько времени прошло, Света, от звонка до приезда? Да, ну минут 10, наверное, не больше. То есть мы со Светой как раз тут говорили, что вот в Кремниевой долине быстрее бы приехали, правда? Сейчас час 42. Да. Звонила я в час 24. Так. Ну, они там пока общаются, вот там еще какие-то люди пришли. Ну, дадим пообщаться, потом посмотрим, что будет. Мы, вы видите Светлану, которая разговаривает с полицейским, который нам сейчас перезвонил. И он говорит, что у них таки есть до 8 вечера городской пермит на то, чтобы там шуметь, но... Мы говорим, послушай, ну есть же разный уровень шума. Вот как бы есть такой шум, а есть такой, что вообще уж концы. Он говорит, ну вот там не прописано, говорит. Он вот такой примерно разговор идет.